По предварительным прогнозам, существует угроза подтопления Целиноградского, Астраханского, Аршалынского, Атбасарского районов. Поэтому заранее выделены соответствующие средства на предотвращение проблемы. Подготовка к паводковому периоду текущего года в области начата в летний период прошлого года. Согласно плану по инженерной защите населенных пунктов, в 53 населенных пунктах проведены работы по обустройству, расширению и углублению водоотводных каналов. Ситуация на водоемах стабильная. В Останинском водохранилище находится 311 миллионов кубометров воды. Объем наполнения от проектного составляет 75%. Селитинское водохранилище 67%, Чаглинское 58%. Из населенных пунктов области вывезено более 132 тысяч метров кубических снега. Работа по созданию запасов и вывозу снега у нас продолжается. В целях заблаговременного оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки весной департаментом проводятся подготовительные мероприятия, проведение технического обслуживания специализированной и водоотказчивой техники. В областном бюджете на 2022 год в резерве 788 миллионов тенге. В регионе закуплено 217 тысяч тонн горюче-смазочного материала, 12 тысяч тонн инертного материала. В департаменте отметили, что регион полностью готов к паводку. Иван Однорог, Жансулу, Жинкул, Дархан Мужубаев, берег Манап, Кокчи, Акпарат.